Всем привет! С вами Танкиц, и сегодня немного хочу рассказать о том, как я дуэлюсь. Сразу хочу сказать, что не претендую на роль учителя, на роль того, кто все знает, на какие-то постулаты дуэльные, да, я не того уровня пилот, как дуэльный пилот, как мне это кажется, да. Поэтому многие могут не согласиться, многие могут сказать, что ты это делаешь неправильно. Буду только рад, если подскажете, как правильно, если подскажете нам, укажете на мои ошибки. Просто помню стрим, когда с объяснением маневров в дуэли ребятам понравилось, начинающим, так скажем, пилотам. И поэтому решил сделать видео небольшое, да, с тем, как я дуэлюсь, и попытаться объяснить, почему я выполняю именно такие маневры. Так, мой противник готов. Приступим. Итак, бой начался. Закрываем выходные створки. Открываю полностью масло радиатор, добавляю смесь, передергиваю и наддув. И начинаем первое схождение. Первое схождение я начинаю всегда таким образом, как вы видите. Другого я пока не освоил, только сейчас пытаюсь это сделать. Противник делает то же самое, поэтому я пока, в принципе, спокоен. После того, как мы с ним расходимся, следя за шариком скольжения, выставляю угол, тяну на себя и все, цепляюсь за противника взглядом, чтобы его не потерять. И вот здесь, вот в этом моменте, пытаюсь прострелить. Пытавшись здесь попасть, как вы видите, неудачно, я потерял всю свою энергию. Противник же ее сохранил, потому что полет у него был более прямолинейный, и он ни на кого не доворачивал. Я понимаю, что я проигрываю, оставаюсь в горизонте, жду вот этого момента, когда противник начинает падать вниз, потому что энергия у него тоже не бесконечна. И здесь пытаюсь снова его поймать, как вы увидите, вновь неудачно. Оставляя задний полусфере, я считаю, уже у себя небольшие преимущества, остается только попадать. В этом простреле мне это удается, что-то противник отвалилось. Я думал сначала рун направления, но так как противника мне спиты не засчитали, понимаю, что это всего лишь половинка РВ. Но это уже полудело. Резких маневров он уже совершить не сможет. Соответственно, мне остается только попадать. Ну, хорошенько прицелившись, я попадаю ему в двигатель, в правое крыло. И здесь остается, в принципе, только доработать, поточнее, по цели. Не пытаюсь выходить ему на 6, режу угол, ну и добиваю его правое крыло. Итак, у нас автостарт. Как только заканчиваем полет, сразу же начинаем следующую. Все делаю то же самое, закрываю выходные створки, наблюдаю противника, начинаю снижение. Вернее, разгон. Пытаюсь угадать, что будет делать противник. Удается это мне, конечно, не всегда. Опять же, первое схождение. Поставил угол, взял ручку, скольжения нет. Зацепился взглядом за противником. И все, пытаюсь его не отпускать. Опять же, доворачиваю, теряю всю энергию. Противник плавно разворачивается. Вот здесь, конечно, надо было попадать, но, к сожалению, не вышло. Имея большую энергию, он уходит на высоту. Я, потеряв всю скорость, опять свои 250, остаюсь в горизонте. Понимаю, что сейчас будет лобовая, ну и, как говорится, рискую. Попасть попал, но доктор Фир попал более удачно. Пожар, дуэль проиграна. Итак, очередной вылет. Впереди еще остался даже мудры прошлого вылета. Закрываю выходные створки, начинаю разгон, стараюсь при этом следить за скольжением, вернее за его отсутствием, чтобы ничего не мешало мне набрать скорость. Понимаю, что противник остается много выше, понимаю, что он будет пробовать уходить на энергию, поэтому при первом схождении не пытаюсь до него довернуть, потому что я и так уже проигрываю по энергии, а оставляю свой полет более прямолинейный.
доворачиваю на него, вернее, остаюсь под ним, не то что доворачиваю на прострел, а именно остаюсь в его ракурсе, и вот в этом моменте, понимая, что он начинает падать, обратите внимание, если кто помнит объяснение Криса в том стриме, о котором я уже сегодня обмалывался, он говорил Газу, да, оставайся параллельно, ты должен находиться в параллельной плоскости. То есть обратите внимание, вот я вижу, противник падает на меня. Я ставлю свои крылья таким образом, чтобы быть с ним, они были параллельны с его крыльями. И моя продольная ось, пытаюсь его пропустить так, чтобы наши продольные оси не пересеклись. Это мне обеспечивает безопасную зону, так скажем. Я ухожу от его прострела. Итак, смотрим, вот он проскакивает. Я это вижу, переворачиваюсь за ним. И я уже вновь в задней полусфере. Тянуть за ним далеко я не собираюсь спускаться вниз. Я просто ловлю его на выходе. То есть он тянет вверх и, соответственно, превращается, как говорится, ну, в достаточно легкую мишень. Ну, легкая она для тех, кто умеет стрелять, в данном случае это не я, но тем не менее мы видим, что у него что-то отвалилось, я опять подозреваю, что это хвост, но я ошибся, здесь я вижу, что это всего лишь половинка его закрылка, позволяю противнику упасть ниже меня, чтобы опять сесть ему на 6, и дальше, как говорится, так скажем, дело техники, да, мне остается только попадать. Противник сопротивляется, поэтому это не так просто, но тем не менее это мне удается. То есть здесь мы видим, что все для меня закончилось удачно. Переходим к следующему бою. Итак, следующий бой. Значит, выходные створки закрыты, улучшаем. Аэродинамика у корневой части крыла, то есть при закрытых выходных створках лавку меньше срывает, потому что обдув крыла становится лучше. Ждем первого схождения. Первое схождение состоялось, шарик в центре, начинает разворот на противника. Захватил его взглядом и стараюсь его не отпускать. Вот в этом моменте я теряю опять всю энергию, понимая это. Пытаюсь остаться под противником, чтобы при падении противник был как можно ближе ко мне. Но противник в этот раз учел прошлые ошибки. Падает таким образом, что выходит ко мне в 6. Ну и соответствующий результат. Нет крыла. Бой проигран. Я, конечно, могу быть неправ, но вот этот момент был ключевой и решающий в этой бою. В этом моменте мне нужно было уходить не вниз, как я пошел, пытаясь пропустить противника, а переходить в ножницы, то есть перекладываться влево и оставаться выше противника. Потому что так я бы меньше дал возможности по себе пострелять. А так я ухожу вниз, проваливаюсь ниже противника, а это автоматически уже шестерю. Ну и соответственно проигрыш. Итак, следующий бой. Манипуляции производят те же. Забыл еще сказать, что летаю я на форсаже. То есть после того, как закрыл выходные створки, опустил нос вниз, параллельно с этим включаю форсаж и начинаю схождение. В этом бою я, конечно, трудно сказать, чего, о чем я думал, как, что планировал, потому что были бои лишь вчера. Но судя по просмотренному бою, я пытаюсь здесь отзеркалить действия противника, то есть не доворачиваю для него, чтобы пострелять, а также ухожу на его высоту, на его энергию. Но где-то все равно ошибаюсь, потому что в итоге остаюсь ниже. Итак, здесь уже крутимся на закрылках. В данном моменте, обратите внимание, двигатель помогает себе перевалиться вправо. То есть убираю обороты, чтобы легче было перевалиться. То есть про это тоже забывать нельзя. В данном моменте я пытаюсь сделать так, чтобы он
провалился как можно ниже меня, чтобы я оказался на 6. Но противник опытный. Он тоже понимает, что этого делать нельзя. И остается в выигрышном положении. В данном случае вся энергия потеряна. Противник имеет большую скорость. Я думаю, даже он, скорее всего, здесь убрал уже закрылочки. Понимает, что это последний шанс его пробить. Не получается. Он переваливается через верх и начинает меня атаковать. Здесь я вижу, что нос у него ниже. Я убираю крылышки, прохожу чуть выше, чтобы он не попал. В данном моменте пытаюсь сделать то же самое, но снаряды прошли через хвост. Руль направления потерян. Ну и, соответственно, бой проигран. Итак, следующий бой. Закрываем выходные створки. Включаем форсаж и начинаем разгон на противника. В этом бою я пытаюсь что-то поиграть там с триммерами. Я не помню, что я пытался сделать, но я прочитал, что можно летать без триммеров. Поставил себе цель научиться это делать. Остаюсь выше противника. Буду уходить на энергию. Как я это делаю? То есть я разворачиваюсь на противника, вижу, что он на меня тянет, выравниваюсь и лечу уже прямо. То есть ручку я отпустил, на себя ее не тяну, а лечу прямолинейно. В это время противник совершает вираж, теряет энергию, и в итоге я выпрыгиваю повыше, чем он. Дальше вход закрылки, переворот, который я показывал в офлайн. Да, то есть вот этот разворот на горке, хаммерхед, как угодно называйте. Да, не знаю, как правильно, что правильно у меня получается, но, по крайней мере, мне позволяет это развернуться в нужную сторону и пострелять противника. В этом моменте у ворот противника малая скорость, он не может хорошо прицелиться, главное самому не залететь, не прицелить. Здесь переворачиваюсь и стараюсь закрепиться у него на 6, понимая, что за ним я не вытяну, поэтому иду более пологой траектории и просто жду, пока он начнет сваливать. Вот оно происходит, опять уворачиваюсь, остаюсь в параллельных плоскостях и здесь закрепляюсь уже, наши энергии постепенно выравниваются, закрепляюсь более плотно. В этом моменте, попытавшись пострелять, но больше для страстки, не знаю, удалось мне это или это был маневр, но мне кажется, просто была перетянута им ручка и он сорвался. Вижу, что он пошел вниз, начинает разгоняться, убираю закрылки, потому что скорость нужно сохранять такую же, как у него. Ну, как мы видим, противник также убрал закрылки, пытался уйти на скорость, уйти на энергию. Здесь я даже не сразу заметил, что поставил ПК противнику, продолжил стрельбу, увидев, что бой завершен, соответственно, прекратил. Так, следующий бой начался. Продолжаем наши дуэли. Ну, все по стандарту. Закрылки, выходные створки закрыты, форсаж включен, начинаю разгон. Сейчас попытаюсь вновь уйти на энергию. Попытаюсь еще раз объяснить, как я это делаю. Не всегда это получается, поэтому считаю, что, скорее всего, не всегда это правильно. Но, тем не менее, вот я совершил разворот, выравниваю ручку, лечу прямо, позволяя противнику стоять в вираже, чтобы прилететь ко мне поближе, как говорится. А сам в это время сохраняю энергию. Здесь, как вы видите, у меня получается уйти выше. Энергия была сохранена. Ну и дальше начинаются небольшие танцы. Так скажем, вальс. Пытаюсь как бы выйти на противника. Вот здесь ухожу под противника. То есть показал крылышками в одну сторону, развернулся под него. Пытаюсь закрепиться, выйти ему, вернее, на 6 и на ней закрепиться, но противник, как и положено, не сопротивляется. В этом моменте удается поймать его в прицел, пострелять, но кроме отверстий в левом крыле никакого результата это не дало. Дальше, ну, я думаю, что после пробитого крыла его уже пошатывают, его уже побалтывают. Я немного успокаиваюсь, выхожу ему в заднюю полусферу, тем самым обеспечивая себе уже небольшое преимущество. Думал решиться все на этом простреле, но нет.
снаряды прошли мимо. Противник пытается меня пропустить в ножницах. Я, соответственно, этому сопротивляюсь, как это ни мудрено. Остаюсь выше, не иду вниз за ним, сохраняя энергию. Понимаю, что здесь я уже практически выиграл. И, как говорится, расслабившись, совершаю роковую ошибку. Вот в этом моменте, пытаясь решить все этим прострелом, начинаю, как говорится, кушать землю. Пожадничал, вместо того, чтобы остаться наверху, разогнаться и опять же через верх упасть на противника, оставшегося внизу, я совершаю ошибку. Следующий бой. Начинаем разгон. Все как всегда. Буду ждать, что будет делать противник, и, соответственно, от этого уже пытаться ему противостоять. Итак, первое схождение. Ставлю угол, педалями выравниваю шарик в центре и начинаю схождение. Зацепился взглядом, пытаюсь угадать, что противник задумал. Я вижу, что он уходит на энергию, соответственно, пытаюсь отзеркалить его действия, чтобы как минимум хотя бы не проигрывать. В этом моменте противник сделал очень для меня непонятный маневр. Ухожу наверх, надеюсь, что он сейчас начнет сваливание, а он даже, ему даже удается пострелять. Понимаю, что скорость маленькая, начинаю переворот вниз, чтобы хоть как-то контролировать этот переворот, а не просто свалиться в штопор. Здесь еще раз подставляюсь, слава богу. Снаряды прошли мимо. И более-менее выхожу в заднюю полусферу. В данном моменте понимаю, что не дотягиваю, пытаюсь запутать, перекладываюсь в противоположный вираж, пытаюсь запутать противника, но не тут-то было. Противник, если меня и потерял, то быстро нашел. Вот классический уход под противника, то есть он не дал по себе пострелять, уйдя под меня, под капот. И плавно наш, как говорится, бой перешел в горизонтальный вираж. Понимая, что я проигрываю по скорости, убираю закрылки, выравниваю ручку, то есть отдаю немного от себя, разгоняюсь и перехожу в вертикальную спираль. Я заметил, что противник остался на закрылках в крутом вираже. Понимая, что энергии, скорости у него меньше, я начинаю разменивать свою скорость на энергию. Вот здесь пытаюсь уже на последних силах вытянуть на закрылках. Но противник тоже не глуп, да, получаю себе по щам. Слава богу, не сильно критично, получив преимущество по энергии классическим, как говорится, бум-зумом на противника без энергии, получается противника поразить. Да, рисковал, вытягивая вверх, но, слава богу, закончилось для меня все более-менее удачно. Итак, следующий бой. Начало у меня стандартное, как я уже и говорил. Хотя понимаю, что для удачных дуэлей нужно как минимум иметь несколько вариантов по схождению, набору и так далее. Набору скорости, я имею в виду. Итак, первое схождение. Ставлю угол по крену. Ручку на себя, педалями шарик в центре, убедившись, зафиксировать руки-ноги. Хватаю взглядом противника и сопровождать пытаюсь его на протяжении всего боя. В данном моменте, так скажем, в кавычках, подставляюсь, убирая крылья, пытаясь дать возможность ему пострелять, но при этом оставаюсь уверенным, что он не сможет дотянуть, но при этом потеряет энергию. Здесь помогаю двигателям себе немного перевернуться. Трудно сказать, где я допустил ошибку, но почему-то противник, я думаю, из-за большого расстояния успел набрать скорость и остается у меня сзади. Понимая, что это нехорошо, пытаюсь противника пропустить, загнать его к себе в прицел. В этом моменте убегаю чуть выше. Он стреляет мимо, дергает ручку, теряет энергию и получается его запустить вперед, довернуть, минус хвост, минус противник.
Итак, следующий бой начался. Начинаем разгон. Ждем первого схождения. Планируем то, что мы будем делать. Я вижу, что противник более резко пикирует. Остаюсь чуть выше, не иду за ним. Шарик в центр. Начинаю разворот. Убедившись шарик, пытаюсь найти противника, и я его не вижу. Пытаюсь найти его где-то на 6 сзади, и вижу, что он уже резко на меня довернул, и, соответственно, я его из-за этого потерял. Понимая, что из-за этого резкого доворота он потерял свою энергию, пытаясь уйти вверх, мне это удается. Противник из-за маленькой скорости, оставшейся у него, не может прицельно пострелять. В этом моменте, конечно, я передержал нос вверх. Не получилось перевернуться. Переворот совершить контролируемый. Немного меня закрутило. Промазал по свалившемуся противнику. И опять начинаются танцы. Здесь остаюсь чуть выше. В данном моменте пытаюсь попасть. Что-то там прилетает в левое крыло, но противник продолжает уверенно от меня уходить и, соответственно, лететь дальше. В этом моменте понимаю, что он уже начал сваливание, выставляю прицел, где он будет, но, мне кажется, поздновато открыл стрельбу. Судя по всему, прошлого моего попадания все-таки хватило, и при резком маневре все-таки крыло у лавочки надломилась. Начинаем следующий бой. Время уже у меня было поздно, да я еще и со смены. Как бы пишу своему противнику, что этот бой крайний. Я не считал, конечно, сколько было боев, но для разминочки, для сохранения навыка этого было достаточно. Пока писал, конечно, профукал все схождение. Противник уходит вверх. Я пытаюсь вытянуться за ним. Я уже проигрываю ему по энергии, но какой-то черт меня дернул почему-то уходить наверх. Я не понимаю. Ну, что сделано, то сделано. Противник в этот момент опустил нос вниз, набрал скорость и спокойненько вытянул за мной, даже не используя, я думаю, закрылок. Если только вот в этом моменте накидал мне полную жопу огурцов. Ну и ладно, и так хорошо полетали. Как говорится, благодарю напарника, оппонента за бои. Было интересно. Как бы много для себя потренировал. Ну, обмен, как говорится, благодарностями. И, соответственно, прощаюсь. Ну, соответственно, на этом мое видео тоже также подходит к концу. Надеюсь, кому-то данное видео будет полезно. Если кто-то явно видит ошибки в моем пилотировании и ведении боя, прошу оставить свои комментарии под этим видео. Я обязательно их учту, попытаюсь где-то исправить ошибки, потому что я понимаю, что мне еще расти и расти в плане дуэльных боев. Ну и, как говорится, по традиции, всем пока. Всем спасибо за просмотр. Жду ваших комментариев.